Итак, всем привет, на связи Игорь, канал «Деньги из интернета». Продолжаю освещать тему заработка без вложений, заработка сатоши биткоин. Сегодня будет видео по крану CoinHaps. Неделю назад записывал обзорное видео по данному проекту. Здесь все нормально, выплаты есть. Кому интересно, сможет ознакомиться с этим видео, оно будет в подсказках. Прошла ровно неделя, и сейчас посмотрим, сколько здесь мне удалось заработать. Также напоминаю, у меня есть таблица по кранам, на которых я собираю сатоши. Здесь все просто. Здесь в первом столбике это ссылка на кран. В последнем столбике ссылка на видеообзор. И посередине краткая информация по крану. Сколько вывод, какие есть бонусы и так далее. На этих кранах мне удается зарабатывать в сутки около 100 тысяч сатоши. А это по сегодняшнему курсу. Сейчас биткоин стоит 7260 долларов за один биткоин. То есть удается зарабатывать около 7 долларов в сутки. Это мой дополнительный доход, так как я работаю на работе, работаю в офлайне. Кто следит за моим каналом, тот в курсе. Видеоблог для меня является хобби, и это является моим дополнительным заработком, дополнительным стимулом. Довольно-таки и неплохим заработком. Так что, кто тоже интересуется данным видом заработка, смотрите видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В моей таблице собраны самые актуальные на данный момент краны, которые я считаю очень прибыльными из того, что есть, и я на них зарабатываю, развиваю партнерскую программу, чтобы заработать еще больше. Итак, CoinHaps — кран, на котором дается бонус в размере 10 долларов. Этот бонус получает каждый на свой баланс, но чтобы его вывести, нужно сделать 500 сборов с крана. У меня осталось 403 сбора, и далее я смогу уже вывести из своего баланса эти заработанные средства. Здесь вывод идет как на биткоин, также можно вывести на PayPal, если у вас есть такая возможность. Лично я для себя выбираю платежную систему биткоин, так как она мне больше подходит. Тем самым я уверен, что курс вырастет. И то, что у меня сегодня там получается 100 тысяч сатоши в сутки зарабатывать, я уверен, что скоро это будет и 10 долларов, и 15. Все обязательно вырастет. Курс биткоина, думаю, что не подкачает. Итак, какие есть здесь виды заработка? Это кран. Здесь каждый час дается около 30 сатоши. Здесь будет желтенький прямоугольник, нажимаете на него, разгадываете капчу и получаете сатоши. Это все можно производить каждый час. Далее есть еще дополнительные бонусы, это называется CoinHaps Points. Их мы получаем в разделе Captcha Mining. Здесь проходим браузерный майнинг и за это получаем как сатоши, также получаем эти CoinHaps Points. CoinHaps поинты можно обменять на биткоин или же на PayPal. Об этом я рассказывал в первом видео, ну и в этом видео я тоже это все затрону. Когда собрали с крана, есть дополнительные виды еще вот такого заработка. Смотрим, что здесь можно заработать от 3 до 1 поинта и от 25 до 15 сатоши. Итак, что нужно, чтобы заработать 3 поинта и 25 сатоши? Нажимаем Soul Recaptcha. Это все можно делать каждые сутки. То есть один раз прошли, разгадали все вот эти капчи, получили поинты. И в следующий раз через сутки можно это все делать. У меня в Украине сутки заканчиваются, заметил, где-то в 7 часов вечера. То есть в 7 часов вечера начинаются новые сутки. Так как здесь на кране кран забугорный, там совсем другое время. Итак, смотрим, что идет сейчас. Браузерный майнинг, идет нагрузка на процессор. Все зависит от мощности вашего процессора. У меня Core i5, бывает быстро, бывает и помедленнее все разгадывается. На данный момент все происходит в режиме онлайн. То есть пока это все дойдет до конца, пока закончится
вот этот прямоугольник, нужно подождать, пускай идет разгадка вот этой капчи, и за это мы получим 25 сатоши и 3 поинта. Пока поставлю на паузу. Итак, капча разгадалась, смотрим Verify, получил 25 сатоши и 3 поинта. Разгадывалось это около минуты полторы. Идет на разгадывание одной капчи. Далее, где меньше сатоши, меньше поинтов, все разгадывается еще быстрее. Далее, напомню, можно разгадать все вот эти капчи. Также дополнительные поинты еще начисляются за привлечение рефералов. И когда ваши рефералы собирают с крана, играют в игры, вы получаете еще дополнительные поинты. Также дополнительным заработком является здесь игра в игры, вкладка Play Games. Здесь за игру в игру в течение 2 минут получаем еще дополнительно 100 сатоши. Здесь то же самое, смотрим 6 игр, можно сыграть в игру и получим 100 сатоши. Все возобновляется то же самое через сутки, то есть на следующий день после 7-8 часов вечера можно будет снова поиграть в игру. Видим, что у меня сохранилась моя закрытая игра, и я могу еще здесь доиграть, и мне нужно будет поиграть 2 минуты, и я получу еще на свой баланс еще получу 100 сатоши за каждую сыгранную игру в течение 2 минут. Здесь ничего сложного нету, думаю, что каждый осилит данную игру, это уже знакомая игра, она была и раньше. Раньше здесь можно было зарабатывать, сайт был немножко другим, здесь уже это на кране, чтобы люди больше времени проводили на кране, и тем самым кран получал больше с рекламы. Здесь видим, что вверху идет таймер, когда я начал играть в игру, в принципе смотрим, что таймер идет, хотя я в игру и не играю. Когда закончится таймер 2 минуты, нам на счет будет зачислено 100 сатоши. Я считаю, что это довольно-таки неплохо. Никаких капч, ничего не нужно делать, просто поиграть в игры. Остальные игры там тоже несложные, игры простые. Pac-Man, тот, кто из 90-х знает, была такая игра на приставке, ничего не отличается. Hextris довольно-таки интересно. Ну и остальные, я думаю, что кто захочет, тот поиграется в игры. В принципе, не обязательно что-то выигрывать. Все зачисляется просто, когда вы играете в игру. Итак, жду, пока закончится таймер, еще 20 секунд. Итак, таймер закончился, и видим, что you have successfully received 100 сатоши биткоина. Все еще добавилось мне на баланс 100 сатоши. То же самое можно поиграть еще в игры и в остальные, тем самым заработать 600 сатоши. Есть еще один вид заработка, это лидерборд. Здесь идет конкурс на самых активных пользователей. Кто больше всего заработал, сможет получить еще дополнительно от 20 долларов до 25 центов. В прошлый конкурс я занял второе место и заработал еще дополнительно 140 тысяч сатоши. Смотрим. Первое место 20 долларов, второе 10. И далее очень много мест еще по 25 центов. Так что кто умеет приглашать людей, кто умеет активно работать на проекте, сможет еще заработать дополнительные сатоши, поучаствовав в конкурсе. Мне за второе место дали 10 долларов. Там получилось около 140 тысяч сатоши. Добавилось мне на баланс, который сейчас я попробую вывести. Но перед выводом основного баланса также попробую еще обменять свои поинты на уже на сатоши. И покажу, как это все делается. Так, загружается мой личный кабинет. Сейчас посмотрим, сколько у меня есть на балансе еще поинтов. Смотрим, что coin has поинты. Вот у меня на балансе еще 11665 этих поинтов. Обменять я их могу в Exchange in Market. Market можно зайти или по этой ссылке, или же с CoinMarket. Захожу в CoinMarket и смотрим, что здесь у нас есть. Здесь есть различные суммы
точнее различное количество этих поинт-маркетов можно обменять на сатоши. Чем больше количество этих поинтов, тем выгоднее курс обмена. В прошлом видео я обменивал это все по 1000 поинтов, сейчас у меня есть больше чем 9500 поинтов, и я обменяю именно 9500. Смотрим, что 9500 это $10. Обменять можно как на PayPal, также в биткоине. Также можно обменивать от 1000 поинтов. 1000 поинтов это $1. Но перед обменами обязательно нужно зайти в Settings и прописать свои платежные реквизиты. Если вы будете обмениваться, вывод делать на биткоин кошелек, то прописывайте адрес биткоин кошелька. Если будете выводить на PayPal, то соответственно email вашего кошелька PayPal. Это нужно обязательно сделать перед выводом средств с проекта. Итак, захожу в CoinMarket и сейчас сделаю наконец-то обмен. Так, буду обменивать 9,5 поинтов на биткоин. Нажимаю Redeem for Point, далее подтверждаю действие. Смотрим, что идет загрузка. Вот мои предыдущие обмены. По $1 выводил я 24 августа. Сейчас 4 сентября, то есть прошло около 10 дней с моего предыдущего вывода. Итак, смотрим, что $10, вот они в статусе pending. Здесь вывод идет с понедельника по пятницу, так что на выходных лучше этого не делать, так как придется очень долго ждать. Плюс сейчас делаю вывод именно своего основного баланса. Еще у меня есть на балансе 245 тысяч сатоши, также выведу с проекта и эти средства. Так, это сделать можно так. Вот здесь есть withdraw, нажимаю на withdraw, также еще сделаю вывод и основных средств. То есть видим, что можно зарабатывать и одним, и другим способом. Итак, здесь выбираю payment method, то есть на биткоин кошелек. Минимальная сумма вывода на биткоин составляет 30 тысяч сатоши. Сюда подставляется сразу моя сумма вся, которая есть на балансе. Далее я нажимаю «Я не робот». И далее «Request withdrawal». Вот мой предыдущий вывод, мой еще один. Это было 91 тысяча сатоши. На балансе осталось, смотрим, что «Payment progress». Вот он еще в пейнтинге. На балансе есть еще 2000 бонусов. Их я выводить пока что не буду, а дособираю еще до 9500 и тогда уже обменяю по лучшему курсу. Также смотрите, получаем плюс 25 сатоши за каждого приглашенного реферала. В начале было 100 сатоши, сейчас это все урезано, в принципе почти уже неделю, даже в принципе предыдущее видео я записывал и уже было 25 сатоши. В самом начале было 100. Сейчас подожду, пока все придет мне на биткоин кошелек, и далее продолжим это видео. Итак, продолжим по поводу вывода. Заказывал вот 245 623 сатоши. Заказывал вчера вечером, пришли сегодня в 14:00 примерно по Киеву. Пришло все на биткоин кошелек. Вот она транзакция, 245 623 сатоши, или же $18. И еще одна транзакция на $10, то что я заказывал, потратил 9500 поинтов и в итоге получил $10, или же 137 тысяч сатоши. В итоге в сумме это будет 380 тысяч сатоши получилось вывести с крана CoinHeps. Таких кранов, да, побольше. Появилась еще какая-то здесь платежная система Palawan Express для Филиппин. Вывод на эту систему 500 тысяч сатоши. Вывод с крана по-прежнему составляет 30 тысяч сатоши. Так что CoinHeps платит. Кому нужна таблица с кранами, стучитесь ко мне в личку, или же можно скачать эту таблицу по ссылке в описании. ВКонтакте к посту добавил эту таблицу, можно скачать с контакта. Так что если интересует
данный документ, обращайтесь. Вот такой кран заработки без вложений. Смотрите другие краны в таблице. У кого есть какие вопросы, пишите в личку, в комментариях. Кому интересно, как приглашать, какие способы есть по привлечению рефералов, внизу под видео в описании найдете всю необходимую информацию. На сегодня все. С вами был Игорь, канал «Деньги из интернета». Всем желаю хорошего дополнительного и основного заработка. Всем удачи и всем пока!